А теперь конкурс второй, называется импровизация. Каждая команда получает сейчас задание 30 секунд на обдумывание. Их задача — это все продемонстрировать. Итак, команда «Сахар», вам задание. Учитель рассказывает отцу ученика о плохом поведении мальчика, а отец защищает сына, и каждый его поступок истолковывает положительно. Думаем. Команда учителей, для вас. Ученик опоздал на урок. Его задача — убедительно рассказать, почему он опоздал. Время пошло. Так, учителям, время пошло. Нужно поиграть с залом. Каким образом? Вот у нас сидят учителя и ветераны, которые сегодня к нам пришли. Давайте сначала им поаплодируем. Спасибо. Кто у нас не забывает, те приходят. Учителей справят. Это команда учеников. От команды учителей один вопрос для команды учеников. Ученики, от вашей команды вопрос учителя. Можно задавать сейчас каверзные вопросы. Итак, учителя, вопрос готовы кто-то задать? Итак, вопрос от учителей. Татьяна Викторовна, я вижу, созрела Татьяна Викторовна. Так, дети, приготовились, да, задают вопрос. Дети, скажите, пожалуйста, что будет, если в воскресенье, значит, уроки при этом 6 уроков математики?
Возьмите стул, пожалуйста, присаживайтесь. У меня к вам очень серьезный разговор. Григорий Евгеньевич, почему вы вообще не следите за воспитанием своего ребенка? Как не слежу, слежу. Нет, не следите. Я вас на камеру снимаю. Нет, вы не следите. Не следите. Я исправлюсь. Почему он курит на уроках? Во-первых, он не курит, а болит. Это две разные вещи. Будем исключать. А почему он когда делом кидается в учительницу? Ну там, вы видели эту учительницу? Там куда ни кинь, стопудово в небо пойдет. Егор Евгеньевич, надо следить за воспитанием детей. Почему он защемляет первоклассников в туалете? Моя школа. Егор Евгеньевич, мне не о чем с вами разговаривать, я вызываю директора. Вы вызываете. Вы и выдал. До свидания тогда.